Всем доброго времени суток, с вами Артём, и это 30-я серия прохождения Assassin's Creed 4 уже в новом, в 2019 году наступившем, поэтому поздравляю еще всех тех, кого не поздравил, с новым, собственно говоря, годом. Сейчас 2 января 2019 года, и мы с вами играем в Assassin's Creed 4. За окном у меня пуляют до сих пор салюты. 30-я серия, не знаю, будет ли она финальной, не будет ли она финальной, но нам нужно, собственно говоря, сейчас, мы находимся в Гаване, убить последнюю нашу жертву. Это, собственно говоря, магистра тамплиеров. Я почему-то до сих пор не могу надеть... одежду, которые мне дали ассасины. Но ладно, так, губернатор Торрес. Он, наверное, скорее всего, находится в своем дворце губернаторском. Туда, наверное, хрен проедешь. Вот. Но мы постараемся. Нам куда-то все время на... О, а здесь везде тайная зона, да? Здесь я везде в красном нахожусь. Это печально, это значит, к стражникам вообще нельзя никак попадаться. Да что такое, Эдвард? Давай, залазь. О, девочек. У меня есть 20 пистолетов, у меня есть пульки, у меня все есть. В принципе, мы живем. Мы живем и существуем, это хорошо. Так, он где-то здесь вообще. А, это я сначала должен связаться с... Кто? Опа, это кто? Женщина какая-то. А, капитан Кенуэй. А, что, это самое это... дружелюбное Ассасинка. Лицо с тех пор, как вы бросили якорь? Из-за меня тут комендантский час. Да, похоже, Торрес знает, что его кто-то ищет. И он прав. Мерзкая вещица. Это то, что я думаю? Да, сейчас. Кровь губернатора. Мы видим его глазами. Это возле церкви. Спрячьте его. Мало ли что. Так просто отдал? Я буду в конторе. Удачи. Он так просто отдал то, за что, собственно говоря, всю игру охотился, всю игру хотел. Ждите Луриана Торреса. Плохо сказать «найдите». Плохо сказать. А мне... Как оно? Тайно надо, не тайно? Хрен знает. Ну ладно. Как получится, так и получится. Что такое? Почему мне игра свернулась? Бля, там такой-такой важный момент, и игра свернулась. Ну все, меня уже обнаружили, да? Чуть типа далеко. Кто ничего не слышал? Я вам пока. Ну ты серьезно, Эдвард? Дебил, блядь. Он меня пошел искать и спрыгнул вниз. Давай, 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 родной. Теперь ты умираешь. Искун хренов. Так. Около церкви. Около церкви тут 15 тысяч километров квадратных. Так, это мужики сидят. Там тоже мужики. Ладно, будем искать. Так, вон в того, кстати, можно. Так, ну-ка, мне, кстати, написали, нужно нажать Ф и держать Ф. Вот в чем прикол. Бесполезно. Держу Ф, нажимаю С, ничего не работает. Тут видите, нажмите В, А, С, Д, Э. Кто мне там писал? Задерживай F и нажми Ф. Только что сделал, нихера не получилось. Нам надо именно не S нажать, а В, А, С, С и Д. Одновременно нужно все четыре кнопки нажать. Вот в чем проблема. Так что это будет так, ваше новое оружие. Будем пользоваться по старинке. Пистолетами. Так, Торреса, значит, надо найти. Я его нигде не вижу, вот в чем проблема.
Торос ваш. Площади его здесь нет. Он где-то там, за церковью. Так, ладненько. Пробуем этих стражников обойти, дебилов, которые в одну сторону... Опа, там кто стоит? Он монах просто. Да, просто монах. Нет его нигде. Так, дебилы. Дебилы дебилят. Может, он в монах переоделся? Может, он... Ага, вон он. Tenemos un asunto pendiente con el tiburón en el castillo. El señor Torres querrá hablar con nosotros personalmente. El propio Torres. Menudo honor. No это не Торрес, но вот этот его слуга в доспех, он всегда около Торрес трется. Куда они идут? Они в эту сторону идут. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ты прыгай, ты, твою мать! Estás cuestionando una orden directa, soldado? Soldado, soldado. Эль Тибурон, во, его зовут, Эль Тибурон. Он, наверное, идет сейчас к губернатору, по-любому. Угу. Куда они идут? Asesinos, asesinos. Asesinos, asesinos. Ni menciones a los asesinos. He oído historias. Убивать мне их смысла нету. Мне нужен только Торрес. Vosotros dos. Cerrad esas bocas. А то ты кто за Касонда? Испанский. Señor, sí, señor. Португальский. Не, си это испанский. Так. Ну, они убивают людей зачем-то. Типа пираты. Я бы как бух, и нет его. Но он мне нужен. Он меня должен привести к генерал-губернатору. Так, на той крыше пидорас испанский. Быстрей, 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 быстрей. Отлично. Сейчас испанский пидорас увидит. Отлично. А, мушкетер она на крыше. Его бы ушатать на самом деле. У меня есть снотворное. На-ка, сучка, проститутка. Давай быстрее, пока он спит. Пока он в глубоком сне, мы ему снотворного запендюрили. А мы следим. Так, они сквозь охрану идут. И как так-то? Ну-ка спать. Спят усталые игрушки, книжки спят. Пам-парам-пам-пам. Вы долго будете ходить-то? Одеяло и подушки. Пара-па-па-пам. Бляха-муха. Залазь быстрее! Ой, как тут неудобно, а? Ну прыгай, ёбаный в рот, дурак, блядь! Какой же иногда Эдвард дебил? А как мне туда попасть? Убить Лауриана Торреса.
Тихо, ни хера себе. Как мне туда попасть? Подождите. Как мне туда попасть? А дерево? Ну, наверное. Так, мне надо тайно, нет? Или я могу убивать всех? Дурак, нет? Так, ну мы сейчас проверим, можно ли. Давайте на мушкет. Видимо, нельзя. Давай! На-ка, блядь. Следующий. Всех сейчас перестреляю. Пули у меня есть. Давайте, мужички. Только по одному, пожалуйста. Раз, следующий. Два, третий. Прошу, подходите. А вон и Торрес бежит. Отлично. Пойдем ебнем Торреса. Так, давайте, мужички, мы с вами. Кто такой? У меня бомб нету. Почему у меня нет бомб? Ну все, Торрес. Опа. Черт. А это не Торрес. Еще разок. Ооо, нихера себе. А чё вы как учить на одного? Вы нихера себе вообще чеснока-то есть у вас, нету? По-честному-то один на один. Нихера их там. Ладно, сначала начинать с этим разбираться. Они еще и стреляют. Фехтовальщик, ты сильный. Может, постреляем? Какой тут фехтовальщик? Тут, блядь, кучи нахуй накинулись. Ну, блядь. Ну, это бесполезно, блядь, их 15 тысяч. Я нажимаю Е, какого хрена? Зажали меня тут в углу. Как мне от них избавиться-то, еб твою мать? Нам сначала сейчас побегать, перезарядиться. А. Может, ты не постреляй. В него! Ну нет, они просто ничего не дают делать. Совершенно ничего не дают делать. Они мне тупо ничего не дают делать. Ну я еще и умер, блядь, упал. Ну конечно. Да блядь, он стреляет, а как мне от него прятаться-то? От пульта никак не спрячешься. Вот в чем вся проблема, вся хуйня-то в этой битве. Так. Раз, два, три. Так, ладно, хотя бы от его этих пидоров избавились. Вряд ли от тебя отскакивают пули. Так, а как мне от него подожди? Пробить, я нажимаю пробел, бесполезно. Блок он постоянно ставит. Может, постреляем?
На чего стрелять надо? Может, голову надо? О, в голову точно. Есть, голову надо стрелять. А, у него шлем слетел. А, ты дурак! Убил, отлично. Эль Тибурон. А где Торрес? Мог бы ты говорить, я бы с радостью тебя выслушал. Ты меня унизил. Я усвоил тот неприятный урок и стал лучше. Умри, зная, что нашей враждой ты помог негодяю стать солдатом. Обрети же вечный покой среди мертвецов. Покиньте область и спрячьтесь. И это мы запросто. Ну! Эдвард. Ты ебанутый, что ли, блять, а? Эдвард! Он иногда так тупишь, а пипец. Что ты своей анимацией полуёбнутый. Так, покиньте область. Она большая вообще область? Так она весь город, как я ее покину? А, мне типа на корабль надо, что ли? Где мой корабль? Подожди, а где мой корабль? Мы побежали. Он их не ударяет на бегу, я не понимаю. Оружие в руке взято. Ай-яй-яй. На галку. Где она, блядь, эта галка ебаная? Давай, Эдвард. Вся испанская армия за нами гонится. Блин, получается, доберитесь до конторы ассасинов. Получается, что он мне свою кровь, во-первых, дал. Он знал, он себя обезопасил. Он свою кровь не дал, он дал кровь этого какого-то непонятного раба. Потом еще в него переодели. Питер, губернатор Торрес. Так, мужики, мы отсюда сваливаем. Гавани нам не рады. Так, да, покинуть это место. Нам надо сейчас опять к ассасинам. Ассасины у нас в Юкатане. А, они вот здесь. В смысле, Гавана. Пиво. Чего? А, может, контора ассасинов? Сэр, там плавает добыча. Гаванне? Так а какого хрена мне написали «покиньте область»? Область, весь город был в ней в области. Там ее только на корабле можно было покинуть. Ну, типа, возвращаемся, я хуй пойму, блядь. Я думал, в контору к ним туда, ну и Катан. В храме они там. Древним, развальных живут. Вы написали бы, что в городе. И далеко. Купи мира где-то. В принципе, не шибко и далеко, 100 метров.
А, да, тут так квесты пишут, что нихера не поймешь. Писали в конторе в городе, а то в контору к ассасину. И подумал, что в главную контору. Ну беги. Ну ч- вот что с ним такое? Что за вот эти вот подвесоны иногда непонятные? Боже, мне контора. Ты будешь прыгать, нет? Пустись! Ой, блядь, дебил. А, капитан Кенуэй. Что, самое дружелюбное лицо с тех пор, как вы бросили якорь? Из-за меня тут комендантский час. Хм, да. Похоже, Торрес знает, что его кто-то ищет. Чего? И он прав. Мерзкая вещица. Это то, что я думаю? Да. В смысле? Сейчас. Я только что... Кровь губернатора. Мы видим его глазами. Это возле церкви. Спрячьте его. Это что сейчас было, блядь? Мало ли что. Это что сейчас, блядь, происходит? Игра тоже, что ли, бухала на Новый Удачи. Год, а до сих пор не протрезвела? Я только что сейчас это делал. Найдите вот... Нет, вы видели, блядь? Не, ну это издевательство, наверное, это все. Это пипец. Ту! Алто ай! Tengo un disparo claro. Tengo línea de tiro. Да. Я только что это делал. Какого хрена? Blanco claro. No lo perdáis de vista. Esa rata está a tiro. Я что-то не понимаю. Зачем мне 15 раз одно и то же ты делать? Че за хуйня, алло? Игра, ты ебанулась с край нахуй полностью, блядь? Пиздец, это просто пиздец нахуй. Не, это дебильная, блядь, анимация, она мне когда-нибудь нахуй это... Прыгай, ёб твою-то мать, блядь! Что за тупой, блядь, идиот этот Эдвард Кенуэй? Хуета. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Я только что это делал, что мне не защищать? Убил я все, у нас была дуэль, мне было написано, спрячьтесь, покиньте область и типа нельзя было выходить что ли в море или что? Почему никакого объяснения нет, почему меня не засчитали-то? Сеньор, си, сеньор! Там где-то был этот мушкетерщик. Вон он там ходит. Да вижу, я вижу его. Как они долго думают, эти вот искусственные интеллекты, а шли бы, а?
Давай, а почему меня не засчитало все заново-то опять? Видимо, не надо было на корабль. А как же там написано? Покиньте зону, весь город в зоне. Как мне не покинуть, если я не... Ну что вы стоите-то? Непонятно. И вот он, я прям над ним. Я прям рядом, зачем ты мне игра говоришь, что я его не вижу? Как так-то? Эй, а вот это крышка ваш! Ты вон он, вон он, вон он, вон он, игра, успокойся. Рекомендую, que bajes, amigo. Ай, а por él! Ой, блядь, дебил, а? Да что такое, а? Да вы заебали, блядь, свои вы обнаружены. Когда уже стелс-миссия кончится, а, в этой игре? Затрахали меня. Вот это, чтобы никто не увидел, не услышал. Что за, блядь, за игра для трусов? Игра для трусов. Всех бы перебить, вот прям сейчас можно было. Нет. Игра реально для трусов. Ничего нельзя, ни драться, ничего. Прям сейчас можно всю испанскую армию уничтожить. Нет, мы будем, чтобы нас никто не видел, чтобы нас никто не слышал. Мы, блядь, с им драться-то, конечно. Еще ходят они больно медленно. Бегом перемещаться, не научили их разработчики. То есть до этого я стрелял все нормально, а сейчас нельзя. Нет, какого хрена, извините, я одну и ту же миссию прохожу уже третий раз, а? Игра, блядь, хуета, а не игра, если честно, вот своими вот этими стелсами миссии. Морские бои на высоте сделаны, все нормально, все хорошо, но, сука, вот эти вот, блядь, не увидь, не услышь. Это уже начинает, блядь, на нервы действовать. Это хуета. Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. Atención. Puedo darle. Es mío, puedo darle. Sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Мы сегодня пройдем вообще эту миссию? Нет, мы полчаса уже на одном месте стоим. Из этих блядской. То меня видят, то, сука, игра два раза одно и то же заставляет делать. Oh.
Почему она мне говорит, игра, что я его не вижу? Тот этот 20-секундный отсчет идет. Когда я прям над ним, а тут дурак увидит. Их прямо около цели. Не, никогда, видимо, не привыкну к этой анимации Эдварда. Том вниз, том вверх. Марк, о боже! Ах ты, тварь! Gracias, сеньор. Esos prisioneros. Cállate. Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Давайте побыстрее, пожалуйста, ходите, а? Я сейчас буду здесь стоять 15 тысяч лет. Он не заряжает, у него 3 пистолета, есть хотя бы один не заряжен, остальные не заряжает. Давай побыстрее, мужики, ну перемещайтесь ножками-то, а? Сейчас меня кто запалил? На-на-на-на-на. Ну иди уже в форт, я знаю, что ты сейчас в форт пойдешь, но твою мать, а? Ну иди, пожалуйста, а? Ну мы полчаса одно и то же делаем уже. И вон он, вон он, вон он, я вижу его. Почему игра мне пишет, что я типа вот теряю из поля зрения, если я прям около него? Ну все, давай. Как так-то, а? Кто в меня стреляет, я понял, он же наверху стрелок-то. Где тут офицер ходил?
Амурску. Где он? Нам главное его убить. Ну все, Торрес. Это иди, Торрес. Черт! Что сейчас с этим тибуроном, блин? Еще разок. Ну там стрелять главное. Да, где его эти? Сюда. Так, один есть. Ты не на него нападай! Ну что ты как лох-то, а? Надо сначала его окружение убить. О. Скажи, а пуль ты боишься? А теперь с ним. Блять, я не заряженный. В голову надо. Блять, мимо. Вас раньше не было. Не-н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 е
В тебя и попасть-то трудно. Нажимаю пробел, в чем дело? Может, постреляем? Так, отлично. Беги! Заряжайся, 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 Эдвард. Раз. Вряд ли от тебя отскакивают. Два. Главное не останавливаться. Заряжай, 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 заряжай. Все, еще две пульки и все, нет его. Заряжай, заряжай! Ну, Эдвард! Отлично. Вот мне сейчас непонятно написано. Мог выйдите из зоны этой какой-то. Можно это выслушал. Пропустить? Ты меня унизил. Не, пропустить никак. Я усвоил тот неприятный урок. Но здесь весь город лучше. В зоне. Я подумал, что нужен на корабль сесть. Умри. Я сел на корабль, и у меня сбился весь квест. Ты помог негодяю стать солдатом. Вот сейчас что делать? Весь город крас, тут никуда не... Ладно бы только зону около вот этого дворца была, около этой церкви. Покиньте область и спрячьтесь. Смотрим. Весь город в области. Да мне надо... Куда идти-то, я не понимаю. На корабль садиться нельзя. Ну, надо, значит, в эту сторону бежать. Туда, за городскую стену, что ли? Я не понимаю, куда надо идти. Ой, блядь. Дайте пройти, ёбана в рота! Покиньте область. Тут вся карта в этой области. Вот в чем это вся хуйня. Если бы ладно было... Только около форта. Здесь только бежать за город. Куда? В джунгли. Ну ты ёбнутый, нет? Доберитесь до конторы ассасинов. 5? Мне опять заново все делать?
Нет, в этот раз контора ассасинов другая место. Ой. Бежали. В этот раз вроде все нормально. О, мужики, здрасте. Блянко клялю, заебали своим блянко клялю. Не до вас мне. Хера тут солдат. Нихера тут солдат. Ой, что, нельзя пробежать было? Он долго встает. Давайте, мужики, защищаем меня. А как долго бежать до этой конторы? Торреса нет в городе. За кем же вы гнались? На фиале было имя Торреса, но кровь не его. Где он? Он вышел из порта утром. Пошел на запад. Обсерватория. Мы за ним? Передайте Атабаю. Наш друг в тупике. Хочется разбегать. Тычки. Сейчас тычки еще не избегал. Дед мне нихуя. И так, блядь, одни стелсы везде в этой игре. То есть он в обсерватории. А как он узнал? Никто ему не говорил, может быть, ему... Блин, он в обсерваторию пошел, сейчас и это... А, череп все равно у нас. Никуда. Никуда. Не понял. Никуда, где квесты? Торрес ищет обсерваторию, когда само сокровище у тебя. Торрес не знает, что оно у меня. Зачем же показывать ему? Это опасно. Пусть узнает перед смертью, что оно у меня. Ну, у меня почему-то на карте не появляется. Может, мне надо именно... Нет. Сейчас появилось. Вы мать, я забыл, где это пси. А, вот все. И, твою мать, какие сундуки? Порт. Флот преградил нам подступ к бухте. Да, армада. Торрес и его люди. И чего? Что ты теперь собираешься делать? Пробраться мимо них. А, в смысле, незаметно или с боем? Вот этот вопрос очень интересный. Здесь всего два корабля. Нужно дать бой. Как мне пробраться-то? Почему ничего не пишут? Ладно, попробуем с боем. Похоже, враги, сэр! Линейный корабль, сэр! Испанцы! Он один, сэр! Только дайте знак, капитан! Плыв! Садите-ка в них залп, капитан! Попали прямо в нас!
ничего не вижу, блять. Сам ударим по ним здесь! Заряжаем! Бли! Садите за ним зал, капитан! В нас попали! Бли! Отлично! Ну и второй, иди сюда! Говно испанское! Подходящей дистанции! Готов к бою, сэр! Все паруса! Все паруса, парни! Давай! Сау! Там у него ушли! Это сэр! Тяжелые пушки, осторожно! Готовы стрелять, бли! 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 Нормально все, не ссым! Я вижу, что я делаю. Да какая бочки, пушки мне! Бли! Они уязвимы здесь, надо бить! Вот и все, делов-то. Щепки. Вот и весь его флот испанский. Абордаж делать не буду, убавить, чтобы время не терять. Меньше ход, убавь парусов. Наполни каждый дюйм. Вот и вся блокада снята. Топи их. Говно это. Ждем приказа, сэр. Ударим по ним! Хорошо, водичка! Он нам поможет! Только скажите, Кэп! Вперед! Убивать Торреса! Прям в это его убьем, в обсерватории. Ха-ха! То, чего он хотел, то он перед смертью, собственно говоря, и получит. Это охотники на пиратов! Спустить! Как он просто нашел, я вот понять не могу. Никто же из тамплиеров вообще даже близко не знал, где это находится. Кто это Торрес? И чем он заслужил смертный приговор? Он тамплиер. Да. Как Роджерс и Хорников. Они хотели использовать обсерваторию в дурных целях, чтобы получить власть. С этим он мог бы учинить подлое насилие. Убивать, не оставляя следов. Ты понимаешь? Как если бы в засуху у кого-то была бочка воды, но он никому не давал бы пить из нее. Убийца, не заморавший рук. Да, похоже. Справедливо. Ну все, пойдем убьем его, чуть-чуть тянуть. Больно с этим сегодня в Гаване потеряли много времени. Два раза пришлось проходить одно и то же. Мне, кстати, опять все пульки вернули. Я думала, мы увидим солдат. Может, их нет? И со мной? Нет, они здесь. В чаще джунглей. Ну, мне насрать, в чаще, не в чаще. Главное, чтобы можно было убивать, а не... Они скрытно перемещаться. Так, доберитесь до комнаты наблюдения, но это до этих. Солдат, вон там. Что делать будем? Что делать, что делать? Муравью член приделать, вот что делать. Боже, только взгляни. Сколько трупов. Они проявили всю свою злобную сущность. Так, а мне туда. Не туда завернул. Ну нахера ты спустился? Ой.
Вот это анимация прыжков его непонятных. То он вверх полетит, то он вниз полетит, не пойму я. Зачем ты вверх-то прыгаешь? Я в бок тебе нажимаю, а? Ой, это все. Эдвард потерял всю сноровку. Вот крокодилы жрут их. Долго еще бежать-то? Ага, дошли, А как он открыл? Как это вообще пещера? Мы же тут были, мы с этими дрались. С хранителями. Ну сейчас ты мне тайно действовать не надо. Мы-то это сохранили. Хотя с хранителями мы тоже, по-моему, тайно не действовали ни хера. Чё ещё? Так странно. Что это? Потом, Али. Это я всё расскажу, древняя цивилизация. Предтечи. Надо было играть первые три игры, чтобы понять, что это, почему это, как это, зачем это. Какая длинная дорога. А, ну, в принципе, вот и все. Ну чё, хана тебе, Торос. Матерь Божья. Матерь Божья, да. Мы ведь сюда шли, верно? Да-да-да-да. Ты да. Еще внутри не была, там вообще пипец. Стереги тут. Не пускай никого. Никого не пускай. Справишься, молодец. Безверно! Безверно! Бенка, бога ты! Это они от это. Что делать? Вообще у меня упал. А что делать, я не понял, подожди. Ну это активировал защитные машины, которые он отключил в прошлый раз. Меня-то она, в принципе... Меня-то она, в принципе, знает, она меня атаковать не будет. Или будет? Не, она меня атакует. А почему она же меня в тот раз это... Ага. Мысли. Я куда должен вообще попасть? А, сюда. Так, а дальше куда? Ага. Я как это? Так. Так, а тут допрыгнет? Кажется, нет. А может и допрыгнет? Эдвард, ты допрыгнешь?
Живы. Убить. Hemos activado algo. Nuestro deber es quedarnos con todos. Опа, сейчас и всех. Ese viejo conseguirá que nos maten a todos. Se casa. Так, вы спать. О, пизда нам. Как? Да, а почему их не сжигает? Так, сейчас будет бомбочка, мужики. Мужики, там бомбочка. Главное в тот круг не заходить, там эти, сука. Какого хуя он не пробивается-то? Да почему я его пробить-то не могу? В чем дело-то? Тихо. А как мне к нему попасть? Не понял я, как мне к нему попасть. Наверх нельзя, потому что наверху эти системы работают. Тут нигде не пройдешь. Как мне к нему попасть? Поверху нельзя. Поверху вон этот луч весь потолок делает. А. Да, блядь. Понял. А. Чего? Он не лазит наверх. Мысли. А здесь он лазит наверх. Какая разница, Эдвард? Я ничего еще не вижу. Темно. Все черное. Чего? Не сюда, что ли? Да ёпшу мать, блядь. Я думал, он сейчас по стене дальше поползёт. Он какого-то хуя прыгнул. Как-нибудь обозначили, куда, влево, вправо. Темно. Ни хера не видать. Где вообще сейчас? Это я где? А, в трубу. Почему он ползёт-то от комнаты, где Тора стоит, я не понимаю. Почему в ту сторону-то он ползёт? Вот здесь-то он ползет, а там он прыгнул. Я и думал, что он и тут также там поползет. Он там какой-то хрен прыжок сделал.
И как так-то? Хуйня. Вот этот я не люблю тоже. Это вот непонятности. Светлей тогда надо был комнату, чтобы я понимал, где он пролезет, где он не пролезет. Там окружение черное, стена черная. Здесь все черное и непонятно куда прыгать. Вот здесь он же по стене ползет, хоп, вот так, и по стене ползет, а там он прыжок сделал. Да как так-то? А как я, блядь, должен успеть-то? Я в прошлом, он же ползет с одной скоростью. Он же быстрее не может ползти. Я в тот раз нормально все прополз это место. Алло. Не, ну это уже какое-то, блядь, издевательство пошло нам. Ну, здесь наверх и туда надо, дальше правее. Сейчас он вообще не прыгнул. О, чё ж тот раз ты не прыгнул? Здесь он прыгает, а не по стене дальше ползет. Сейчас вообще ничего не делает. Эдвард. Здесь что делать? Я просто ничего не вижу. Темно. Ты что делаешь, ты ебанутый? Ой, бля, чё ж это анимация ёбнутая его прыжков-то, а? Ну давай 15 тысяч раз одно и то же делать, почему-то, собственно говоря, нет-то. Ну, блядь, какая нахуй разница, у нас же время-то вагон, блядь. Дебилизм, блядь. Нет, все, это какой-то, блядь, идиотизм. Он тупо прыгает и все. Тупо, блядь, срывается. Причем даже не в ту сторону, куда я нажимаю. Я нажимаю вправо, он почему-то назад сейчас прыгнул. Так, кнопку нажимал D, вправо. Ты что делаешь? То он прыгает, то он ползает. Я уже не понимаю. Я уже, блядь, боюсь кноп. Вот что сейчас опять не так, блядь? Ну это пиздец, блядь. Это просто пиздец какой-то. Это не серия, это какое-то, блядь, издевательство сегодня, блядь. То нам два раза игра, блядь, одной один и тот же квест дает делать. То, блядь, за место прыжка он ползет, то за место ползания он прыгает. Хуета. Да. Но перед этим я зачем-то назад иду. К тому месту, откуда мы начали. Зачем? Захватить власть в свои руки, поставить жалкие империи на колени. У тебя такой потенциал. Ты можешь многого добиться. Я могу показать тебе тайны, о которых ты не мог даже мечтать. В смысле? Ты
Не понял. А почему нельзя пулькой убить? Нельзя пулькой убить. Капитан Кенуэй, моя вечная заноза. Рад, что убьешь меня. Я лишь выполняю работу, Торрес. Как и ты в свое время. Как и все мы, боюсь. У тебя нет ни семьи, ни друзей, ни будущего. Ты потерял куда больше нас. Возможно. Но убив тебя, я исправлю ошибки куда серьезнее. Ты правда в это веришь? Дай тебе волю, и ты загонишь человечество в уютную тюрьму, пусть безопасную, но лишенную духа и безгранично унылую. Так что, столько повидав и узнав за последние годы, я поверю в это. Ты тверд в убеждениях. Тебе к лицу. Все, плееры убиты. Орудие. Торрес пробудил нечто буйное. Что нам грозит? Устройство вернули. Значит, ничего. Как это место зовется? Плащ капитана Кенуэя. Хэтсавол тесу тукела. Ка венен. Закроем все и уничтожим ключ. До следующего мудреца эти двери не откроются. В последний раз здесь были фиалы. С кровью древних людей, как сказал Робертс, но... их больше нет. Тогда нам придется их вернуть, пока тамплиеры не прознали об этом. Можете пойти с нами. Да, но... когда исправлю то, что разрушил дома... Недавно пришло. Что пришло? Откуда пришло? Нам надо сейчас филиалы еще искать с кровью. Куда их там Робертс понатыкал? Просыпайся. Кажется, мы до сих пор еще толком не знакомы. В этой эре точно. Да ладно. Это... Хотел бы я объяснить все странности, но времени нет. Робертс? В общем, теперь я ж тебя убил. Юнону. Я даже думал, что она сумеет завладеть твоим хлипким тельцем. Но что-то случилось. И она снова там, в плену. О, она некогда была великой. Это же мудрец. Из расы прекрасных, Робертс. Дивных созданий. В современном мире. Они Алло. Создали вас. Ты в курсе? Люди были для них орудием. Только и всего. И станут снова. Надеюсь, скоро. Ведь мир почти готов к ее возвращению. Он ждет. Ждет второго пришествия. О-о-о. Они идут. Тамплиеры. Или в этот раз ассасины. Идиоты. Все они. О! Завидую. Она хотела, чтобы тут был я. Это ее эксперимент позволил мне возродиться в виде... этой твари. Лежать! Лечь на спину! Живо! Он вооружен! Направь меня, любимая! Я твое орудие! Опусти оружие! Бросай! Брось оружие! Все, отбой! Он там жив? Тяжело ранен. А заложник? Эй, как ты? Слышишь меня? Ау, отвечай! Ты как? Мне ж вкололи яд или что? Или снотворное, я сейчас... Конькиное надброшу. В общем, ты видал?
спустя 300 лет. Слава богу. На первый взгляд все хорошо. Можешь стоять? Ну, наверное. Это Робертс. Это 300 лет назад я его видел. А теперь походи. Ну еще что мне сделать? Хуй подрочить прямо на себя. Походи, почему. Доктор заходил. Сказал, беспокоиться не о чем. Конечно, не о чем. Верните меня, там надо фиала найти. Мы убили тамплиеров. Там дела такие творятся. Там храм возродился, мы его успокоили. Там... Все улики указывали на тебя, а оказалось, это был Джон. Что мы нашли в его компьютере? Его нашли. У тебя будет все, что нужно. Я тобой так горжусь. Правда. Давай, да, кстати, я тебя вот так вот. Видеоролик готов. Посмотришь? Имеешь право? Некогда мне, верните меня назад! Кедвард Кенуэ. Вот так. И какого хрена загрузил здесь сделал... Можно этот... смотреть здесь или в анимусе. Нехера мне смотреть, он верните меня. Верните, да? Суки, меня к Эдварду! Кенуэй, который. Ну, удачи. Пока, пока, и давай быстрее. Раз. Спасибо. Пожалуйста, открывай. Чего такое? Не надо, не хочу. Где мое рабочее место? И что теперь? Говори, идиот, смотри на свет. Это не батарейка? По-моему, батарейка. Прием. Прием. А, прошу прощения. Меня зовут Шон. За мной Ребекка, моя сообщница. Привет. Хорошая работа. Где мое рабочее серьезно? Место? Мы получили все данные. Очень жаль, что наш человек оказался... Ваш человек, меня современность не интересует вообще, ноль для меня интереса в нем, вашей современности. Там такие дела, сейчас надо филиалы найти, надо вернуть все на место, на круги своя. Но всю основную работу мы сделали. Большую нагу, октябрь 1722 год. А что там в письме-то было? Ну, как вам эти места? Нам подойдет. Но теперь нам всем придется разделиться и жить среди людей, которых защищаем, как завещал нам Альтаир ибн Лаахат. Альтаир. Что ж, а до тех первый пор. Первый самый. Будьте как дома. Эдвард, капитан Роджерс оправился от ран. Он вернулся в Англию с позором и долгами. Но он опасен. Я покончу с ним, когда вернусь. Даю слово. Роджерс, мы же его убили. Чего не все, кого мы убиваем, все возвращаются к жизни? О, квартирмейстер с сиськами. Привет, Энна. Энна. Эдвард. Я отправляюсь в Лондон через пару месяцев. А мы в Лондон едем. И буду счастлив взять тебя туда. Ирландке не стоит соваться в Англию. Это да, в то время их там не любили. Останешься у ассасинов? Нет, у меня вряд ли достанет на это веры. А ты? Со временем, да. Когда ум успокоится и кровь остынет. Вижу корабль! Заходит в бухту! Кто это? Ты хороший человек. Она учишься сидеть на одном месте дольше недели. Станешь добрым отцом. В смысле? Да ладно. Отец? Вот что в письме-то было. Он отец. О, песенка. Да ладно. Папаша, а когда он успел? Он же... Его же 8 лет не было. О, все тут, смотри. Все тут. И предатели, и не предатели. Все пиратские бароны. Все сдохли. Один я остался. Да ладно, это жена с ребенком. Так получается, она была беременна, когда он уезжал. Только она ему об этом не сказала. Good night.
А где маман? Блин, у него ребенок есть. Ну да, да. А я и не знал, что у него есть ребенок. Никто не знал. Вот такая вот игрушка. Кривая анимация, которая меня бесит, его прыжков. То он прыгает, то он цепляется за все подряд, то он, наоборот, никак не зацепится. Паруса отдать! Круче к ветру! А мать-то получается... А жена где? Чуть нам ничего не рассказали. То он цеплялся за все подряд, то он никак не залезет на то, что он цеплялся 5 минут назад, 15 раз надо нажать, то он стоит тупит иногда, там в середине боя начинает тупить. В общем, прошли мы с вами Assassin's Creed 4, который Black Flag. Вот такие вот дела, убили всех тамплиеров, защитили, собственно говоря, орудие вот это вот, которое там предтечи создан. Непонятно, почему в будущем оказался тот, кого мы убили 300 лет назад, как, чего там, небессмертный, но нам что-то говорил про 80 тысяч лет, может он реально 80 тысяч лет живет. В общем, как говорится, всем спасибо за просмотр, всем спасибо за комментарии, всем удачи, всем пока. Прощаемся мы с Assassin's Creed 4, который Black Flag.